В результате читательского голосования победу одержала Марина Щеголева. Обычно еще одного участника спасает тренер, но в этот раз будет немного по-другому. Об этом вам расскажет главный редактор «Блокнот Воронеж» Михаил Сошин. Вы все пять участников, огромные молодцы, проделали просто потрясающую работу. И поэтому решением редакции «Блокнот Воронеж» вы все впятером попадаете в финал. Сегодня никто не вылетает. Может быть, кому-то есть что сказать? Я хочу самостоятельно покинуть гонку, потому что у меня пошли проблемы со здоровьем достаточно сильные, что они несовместимы сейчас с таким, скажем так, образом жизни. Мне нужно спокойствие и, скорее всего, ложусь в больницу. Пошли проблемы с почками, пошли очень сильные отеки. Я сбросила достаточно много, но последствия, которые пришли после этого, они мне очень, скажем так, неприятные.